Итак, всем привет, это дорога, что идет через горы к морю. Как бы проехал несколько климатических зон. Получается, начинается как бы все хорошо, тепло, потом зима, потом опять тепло. Это зимнее время года. Зима везде разная, где-то вот такая, как межсезонье, а где-то и снег, и сильные морозы. Конечно, идет дождь, но не холодно. Здесь в море.
В этот день море было тихим, но так бывает не всегда. Бывает штормит. Это центральная как бы площадь, здесь стоит елка. Рядом море также. Так, на этот раз вот едем к морю. Пасмурно, ветер, но не холодно. Это набережная из одной таких прибрежных зон. Шторм на море, ветер. Можно подойти поближе к морю, смотреть на волны. Рядом также горы виднеются. Да, ну, как мы видим, небольшой шторм. Но, мне кажется, все равно красиво смотреть. Здесь пирс. Ветрено. Горы как бы в тумане, скорее всего. Дождь, конечно, срывается, но не сильный. Сюда мы приехали перекусить. Здесь такое небольшое озеро.
Здесь, конечно, тихо. Летом, скорее всего, много зелени. Едем дальше по нашему путешествию. Какая бара, да будет ветер в Геленджике, буквально сегодня вечером уже начнется.